Слайд-тайтер. Не, давай пером, мы же потом все равно пером будем играть. У меня есть Йонакс. Йонакс? Нифига себе мажор какой. Да, мне подарили на день Thank you.
Тяжелые выходные. Партия. Ну что, достаем баланчик. Всем здрасте. Как вы здесь поживали? Скучали плохо. Аэросенсор 9. Что это? Что за коробка? Киев Макс. Аэросенсор 9? А, вот номер один. Ну, номер один, как считаете? Это да. Что-то туда ты? А что это такое? Я не знаю, это не так. Жесть вообще. Девочка, не жалоба? Аэросенсор 9. Это же есть. За новый, за целый, по оперению, в принципе, хотя бы вторая. Перья прикольно, да? Да, вот. Весь это, да? А это как раз, по-моему, утиные перья дешевые. Они вот, по-моему, так. Ну, прикольно. Не, обычно дешевые вакуумы. Во, есть еще такой. Еще вот что-то интересное. Я просто хочу на руках. Прикольно, вообще. Красиво. Я таких вообще не видел. Да ну, да. Так просто не красиво. Конечно. Это валан вообще-то. А? Это валан же. Это лошадь нарисован. Это валан. Лошадь. Валан. Да лошадь это. Он голова, это перья. Да это лошадь. Это лошадь и валан одновременно. Лошадь и валан. Прикольно.
условно. А? Потому что я посмотрел, как играет молодежь. Какая? Ну, наша. Так. Как? Есть надежда? В целом, да. В целом, уровень вот тех, которые вот Дубовенко, которые вот, помоложе, это тоже странно, это еще более странно. А 60-ка это кто? Вот. А, нет. Они тоже, они выглядят так, конечно. Да, конечно. Это же не вот, их самое же низкое качество играть. Хороший.
Это просто жара. Ну да. Если она улица нас принят, то нам будет ничего. А было что? А было ничего хорошего. Мы еще тоже тратили 3-8, но это не помогло. Ой, здесь сейчас беговые кроссовки выбираю. Решил все это почитать. Знаешь, убил от стыда. Жесть какая. Вот мы что-то поздно начали. Вот ребята после нового. После нового? Да. После нового не доедет здесь. На метро? На качок. Не, я просто на метро. Я так к метро привык. Поспал. Приехал. Прохожу. Не посчитал. Ну да. Все спокойно едешь. Я без звука. Долго ракетка и без перетяжки не сужена никогда. Да, я говорю, что даже натянутый, что на лишнем леду. Натянутый. Вы говорите, что у меня в прошлый раз как-то? А я в прошлый раз был с каких-то людей. Ну, ладно, активы.
Сессия меня. Никогда такого не было, и вот опять. Thank you.
Это ненадолго. Дальше вам что? Идите по сайте. А, да, вы выбрали. Какая? Богатырская.
миллион не по годам. Наверх, но поздно было. Опять вы поленились, подождали вам, и снизу отыграли. Раньше. Вот раньше. Ну не так остро. Остро это хорошо, но стоял бы там я, вы бы получили удар сюда. А кинули бы через голову мне туда, мне пришлось бежать. Вот по той же траектории, только с тросом. С тросом, с тросом. То есть, поднимайте спокойно оттуда, плоско. О, научились откидывать. Научились откидывать. Ну что стоим-то? Кого ждем? Оба. Там оба. Очень медленно, Олег, очень медленно в центр возвращаемся, да? Прямо вот стоите, Костя уже удар сделал, а вы еще стоите и смотрите на него. И сразу центр, после удара. По крайней мере, движение тут. Поэтому и не делали. Опять, а если стояли в центре, то спокойно бы шагнули и все. Все брать. Чего летит, то и надо брать. Меня целился. Ты, Кристина, а кривой подходит на место. Да ладно, бывает.
4. Хорошо. Надо дуть было, не успел. Наоборот. Хорошая подача. Плохая подача. Слишком далеко стоит. Ну не, можно оттуда подавать. Шансы победить. Опять сделали удар и стояли, а если сделали движение в центр и из него попали. Поняли, да? Молодец, молодец прям. Это не так просто такой баланс играть. Да блин! Ничего не изменилось, все. Он уже улетел.
Я просто жду, вот, жду аплодисментов, овации. Вы тут журналисты. Я зафиксировал. Телевидение, камеры. Чтобы смазать. Нет, камеры в основном на фотографии. Слики практически. Как? Ну, я просто не знаком с этой технологией. Бесправный участник дорожного движения. Это в основном эти мотоциклисты. То, что мотоциклисты почаще на треке. Но я вообще сейчас не думаю. Я сейчас свой там буду продавать. Вообще не представляю, как люди ездят. Сейчас же камер лучше стал. Полный бред. Ну, то есть там с мотоциклом ниже, чем 130, ехать по городу, это бессмысленно, бессмысленно вообще. Вот. То есть я говорю, что в принципе я на Ленинском 250 нормально. Ну там Ленинский-то он как взлетная там, полоса. Да, вот эта вот полоска от светофора до МКАДа, да. То есть, в принципе, там 250 все в порядке. Там вообще можно самолет гонять. Даже особо никто не напрягался всегда. Ну и дальше, соответственно. Уже мы вчера ездили выбирать автомобиль, мы дома. В общем, эксперта нету вообще в Москве. Лагерь поел за 13 миллионов рублей нету в Москве, там, типа, на Новый год только. Да, на Новый год приезжает. Лагерь, конечно. Мечтать 5 миллионов, это не бред. Пош есть какая-то. Ну, дорогие, рабочие. Просто только Пош Каен, но я не знаю. Пош Каен, Куб-8 еще есть, Куб-8 какой-то он старый. Стоит один. Колхозный. Никто его не берет. Даже не в лакшери комплектации, но всего лишь там. Да, экспертов нету даже в шоу-руме. Даже так это, смотрите. А, я думаю, все деньги будут. Не, это связано только с выводом денег. Потому что... А зачем? Нет. Ну, в общем, какая-то жесть. Нет, почему? Продается же то, что... Как? Люди закупают то, что продается. А если не продается, они не закупают. Все очень просто. Зачем покупать X5, если, блин, они не продаются? Чука фигня. А на чем тогда ездить простым крестьянам? А под заказ. Под заказ и ценник снижать на них. И, потому что, ну, вот мы даже ездим сейчас, смотрим по миру. То есть ценник на Ленинграде выше по миру, чем в России. То есть, и когда ты смотришь на кроссовки, в которых, в принципе, ничего нету, а стоят они 12 тысяч рублей, ты думаешь, блин, типа, ну вот я привезу сейчас их, поставлю себе там. И будут они устоять. Да, они красивые. А? За курс? Ну, то, что мы нищаем с каждым годом все больше и больше. Бедные беднеют, богатые богатеют. Да не богатые, не богатые. Вот, уже никто не богатеет в этой стране. Я думаю, есть какие-то люди? Нет, ну, это я имею в виду вот как они как уже здесь не живут. Как класс, да. То есть, нет, люди зарабатывают деньги. Но если бы условия были другие, они зарабатывали бы их больше. В России человек живет хорошо. Мы даже знаем, кто этот человек. Да, человек. Не, ну, у меня там хороший, например, Перон, да, Константин. Кто? Ну, это танки немецкие. Вот. В принципе, у них все через евро и доллары. Поэтому у них все в порядке. Я как-то слишком долго живу в России. Я когда слышу, все идет через... У меня сразу не евро и доллары. Через евро. Через
диване. Через... Нет, там все хорошо. Все хорошо. Пониже и пошире. Пониже и пошире.
Сколько серий будет? Площадка, и площадка, и потом...